Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Я вот только что снимала вам видео, отвечала на вопрос, какой грунт нужен для томатов, нужен ли отдельный или можно одним и тем же пользоваться. И показывала пакет, что грунт общий. Вот сейчас я его высыпала и вдогонку сейчас отвечу на вопрос, нужно ли протравливать готовые магазинные грунты. Вот смотрите, вот здесь написано, не содержит гельминтов и пестицидов. Тяжелые металлы, вот это все такое, радионуклеиды в норме. Но здесь ничего не написано про, как вам сказать, про именно про безопасность, в смысле вот этих грибковых заболеваний. Просто написано сбалансированная, полностью готовая к применению почвенная смесь. Это, ну как, априори это должно обозначать, что она безопасная. Но последние годы все-таки участились случаи, когда в покупной земле растения, наша рассада, многие люди говорят, погибает от различных там грибковых, нападает чаще всего черная ножка. Я не могу сказать с уверенностью, что это, например, от грунта. Может быть, это просто от условий содержания, все. Вообще, если грунт хороший и фирма как дорожит своим именем, у нее должен быть грунт безопасный и уже обработанный. Как они обрабатывают? Или пропаривают, или, может быть, какими-то противогрибковыми добавляют туда средствами. Я не знаю, я не могу сказать, потому что я еще раз говорю, я покупным грунтом никогда не пользовалась. Купила вот нынче специально, чтобы показать вам, чтобы вырастить. Меня единственное, что удивило, вот я вскрыла этот пакет, рассыпала, но мне не хватило даже на один лоток. Видите, вот эти отсеки у меня пустые. Я хотела приготовить к посеву томатов. Это выходит, что одного пакета 5-килограммового не хватает даже на один лоток. Это очень, конечно, это... Вот у нас стоит 50 рублей такой пакет. Еще раз сделала для себя вывод, что нужно готовить грунт самим. И всем начинающим я все-таки рекомендую. Готовьте грунт сами с осени. Это и в материальном смысле вам выгодно, и будете знать зато состав, сами он промерзнет у вас зимой, потом сами занесете, разморозите, польете фитоспорином или марганцовкой, протравите, и будете уверены на 100% в его содержании, в его безопасности по вопросу вот этих бактерий. Вот про протравливание я могу сказать, что некоторые протравливают и магазинный грунт, чтобы потом не было проблем. Но можете не протравливать, просто держите под рукой всегда средство. Если вы увидите, что что-то такое, ну, нехорошее случается у вас, или начинает покрываться там, бывает, что плесень появляется, или вот эти всякие черные ножки, тогда нужно будет сразу антигрибковыми средствами делать полив рассады. Но может быть и ничего не случится. Этот вопрос открытый остается. Сколько огородников, столько и мнений. Некоторые убеждают других, что это грунт полностью безопасный, никаких там бактерий нет, все протравлено. Ну а другие, у которых есть печальный опыт, говорят, что и в таком грунте может завестись и черная ножка, и всякие вот эти серые корневые гнили. Ну, все то, что нам не нужно. Так что это остается выбор на вашей совести. Хотите, протравите, польете чем-то, это не так трудно, тем же фитоспорином, привикуром, может быть, марганцовкой протравите, быстренько польете горячим раствором, все убьете, через несколько дней можно приступать к посеву. У кого уж совсем времени нет, ну посадите так на свой страх и риск, может быть, это вам попалась качественная смесь. Я еще раз говорю, сейчас фирм очень много, и неизвестно, какие из них соблюдают вот эти санитарные нормы, а какие нет. Так что вопрос, нужно ли травить покупной грунт, он всегда остается открытый. И на протяжении многих лет садоводы делятся на две части. Кто верит в то, что грунт безопасный, и кто убедился на своем опыте, что магазинный грунт все-таки тоже нужно обеззараживать. То есть делать предпосевную подготовку земли так же, как своей. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И вот это быстрый-быстрый видеоролик. Ответ на вопрос, нужно ли протравливать магазинный грунт.